Уважаемые дамы и господа, сегодня у нас 5 февраля 2020 года. Сегодня у нас изготовился ананас. Абсолютно натуральный органик, без добавок. Как обычно, по нашим технологиям, позволяющим сохранять наивысшие качества продукции на выходе. Ананас вкусный, сладкий, без красителей, сахара, лимонной кислоты, диоксидов серы и различных добавок ГМО. Мягкий, не резиновый. Полностью хорошо просматривается вся его структура. Производителей ананасов очень много. Давайте посмотрим, как отличить наш ананас от других производителей. Приведем пример, как наш ананас отличается от других. Это наш светлый, красивый, мягкий, свежий. Этот ананас вы уже видите, что он менее гибкий, с белым налетом, содержанием сахара превышенным. И краской. Здесь краску не добавляли. Здесь просто большое содержание сахара, припудренной сахарной пудрой. Также менее гибкий, в более твердом состоянии находится. Здесь сахар у нас не добавленный, красителя тоже, но сделан на высоких температурах, почему цвет его такой темный. Так что, уважаемые дамы и господа, выбирая тот или иной продукт для своей покупки, прежде всего обращайте на качество этого продукта, на его производителя. Старайтесь употреблять более натуральные, полезные для организма продукты. Ананас очень полезен, у него очень большое содержание витаминов. Приглашаем к сотрудничеству различные организации по экспортным поставкам из Вьетнама экзотических сухофруктов от компании Olmish Asia Food. Всем хорошего дня, отличного настроения.